Для того, чтобы фон менялся, мы добавляем команду «Передать сообщение в следующий фон». То есть вот здесь в событиях выбираем «Передать» и прописываем, какое сообщение. А у фона добавляем команду. Когда я получу сообщение «Следующий фон», собственно, он должен сменить фон. И крокодил всегда еще. Сейчас проверим, сработает, не сработает. Черепаха какая-то. Не какой-то черепаха. О, он до сюда уже дошел. Он до пустыни допил. Как он еще один допил? День до леса. Я тоже хочу такое сделать. Я учусь в 18 школе, в 4 классе, сидеть в интернете, ВКонтакте, в Ютубе. Мне понравилось на курсе. Я научился делать игры, анимацию и все прочее. Меня зовут Костя Гажнов, я учусь в 18 школе, и я пришел в 5 класс. Я умею создавать игры, сидеть в интернете, ВКонтакте, в Ютубе. Искать какую-то информацию для себя. Мне на курсах очень понравилось, и я там узнал, как делать игры, как составлять анимацию, мультики. Меня зовут Соколов Кирилл, я учусь в 18 школе, перешел в 5 класс. Я умею скачивать различные игры с безопасных сайтов. Я умею сидеть в интернете, находить безопасную информацию для себя. Мне очень понравилось на курсе, я научился создавать не очень сложные игры и не очень сложную анимацию. Меня зовут Тимофей Митрофанов, я учусь в школе номер 18, я перехожу в третий класс. Я умею на компьютере там играть в игры, и скачивать, получать полезную информацию, смотреть в YouTube. Мне понравилось на курсах, я научился там создавать программы, создавать анимацию, игры. Меня зовут Смирнова Алиса. Я учусь в первой школе, перехожу во второй класс. Я умею включать и смотреть мультики, создавать игры и еще всякие видео смотреть. И тоже иногда сама создаю видео. Я научилась создавать игры, создавать музыку для игр и всякое прочее. Меня зовут Анна Фунтова, я учусь в 18 школе, прихожу в 3 А-класс. Мне понравилось очень на курсе, я научилась делать анимации, делать к ним звуки и игры. Меня зовут Зайцев Дима, я учусь, перешел в 4 Б-класс. Я учусь в 18 школе. Я умею выключать и включать компьютер. Я умею создавать анимации и игры. Мне очень понравилось на курсе. Я умею создавать анимации и игры. Меня зовут Комиссаров Арсений. Я учусь в 18 школе. Перехожу во второй класс. Я могу создавать видео, играть во всякие игры. Мне понравилось на курсе. Я научился создавать несложные анимации и несложные игры. Меня зовут Вася Соболев. Я учусь в 18-й школе. И я перехожу во второй класс. Я умею создавать игры, делать звуки к ним и делать разные видео. Мне понравилось, и я научился тому, что можно создавать игры на компьютере. Меня зовут Чагадаева Полина, я учусь в 18-й школе, перехожу в 4-й класс. Я умею на компьютере делать всякие презентации, узнавать новую информацию и смотреть видео. Мне понравилось на курсах, и я научилась создавать игры и анимацию. Меня зовут Вика Иванчилова, я учусь в 18-й школе, перешла в 4-й Б-класс. Вот, и
Еще люблю учиться. Я умею заходить в разные игры, умею создавать теперь презентации на Scratch, вот, и могу создавать доклады в школу. Мне очень понравилось на курсах, и я научилась тому, что я могу создавать звук в этой Scratch камере, и могу еще фоны разные делать, чтобы все люди, которые там есть, двигались. Меня зовут Табакова Ангелина, я учусь в 18-й школе, перехожу в 3-й класс. Я умею создавать всякие разные анимации, находить информацию, нужную для себя, и скачивать игры. Мне на курсах очень понравилось, я научилась создавать игры, всякие анимации, и создавать мультфильмы.